Итак, ребята, всем доброе утро. С вами, как всегда, Алекс. И мы продолжаем свое прохождение и выживание в Камчатском. Так, я, помнится, хотел в какой-то город пойти здесь, да? Так, где наша военная база? Я что-то такое... раннее утро, да, потому что я зашел. Как бы была ночь, да, я немного подождал, и стало утро. Так, ага, вот впереди он. Все правильно, мы идем. Так, бежим мы как-то. О, побежали. Что-то как-то странно бежал он. Очень. И какие-то раны показывал. Ко мне ночью в гости кто-то приходил. Признавайтесь. Приходил кто-то в гости. Раны обработать я могу. А, пока жую, не могу, да? Так, а у нас есть, да? Не, ран нету у нас. Ну, это радует уж. Боже, графика класс, просто улет. Слушай, на новом движке игра выглядит вообще по-другому. Как будто бы реально другая игра. Так, какой-то игрок приходил или кто приходил? Почему у меня, я проснулся, у меня грудак болит, а? Так, пистолет есть, да? Давай чекнем сразу. Так, 9-миллиметровые у нас были где-то еще, да? Во. А, так не заряжается, да, я понял. Не понял. Пуля 9 миллиметров, М9. Ну? Почему я зарядить не могу? Ничего не понял. Пистолет 9-миллиметровый, да? Магазин для М9. Во, зарядить. Вот так, значит, заряжается, да? То есть магазин надо вынуть. Так, чекнем, сколько у нас теперь патриков. 15 из 15, отлично. Отлично, место для пистолета есть? Есть. Главное, чтобы он не выпал здесь нигде, да? Аккуратно идем и чекаем. Чекаем игроков, потому что игроки здесь есть, да? Я так понял. Я так понял, и немало. Кто-то мне писал что-то про мой арбалет. Кто-то нашел, что-то нашел. На заправке кто-то нашел. Я ничего и не понял так, правда. Ну, если что, напиши мне. Кто нашел мой арбалет на заправке? И, да, я, в принципе, проснулся, да, в прошлой серии. Он так на заправке и лежал. Мы там заночевали с тобой просто. Кто нашел, кто проходил, я так и не понял. Ой, устал я бежать, да? Ну, бег у нас неплохо. Пока едим. Так, где-то здесь город был, не понял. Это же новая локация, мы на новой локации, да? Мы сейчас, кстати, в самом узком месте будем. Здесь, возможно, будет засада, да? Плохо, что от третьего лица я, значит, не вижу. Это ветер завывает, это не я дышу в микрофон, так, если что. А плохо, что от третьего лица мы видим только туда, куда мы смотрим, да? То есть, если игрок будет сбоку... Вот так сбоку, вот мне видно сбоку, да, вот допустим, воду я вижу сбоку, да, если там игрок будет, я не увижу. Мне надо отлить, да, елки-палки, это ж начало серии должно быть такое. Мы в начале серии либо арбуз кушаем, какаем и писаем потом. Это обязательно само собой. Само собой разумеется. Опа, по воде рябь идет, даже когда ветер гонит ее, нифига себе, волны или что? Да, ты посмотри, дует ветер и делает волну и рябь на воде. Я не знаю, YouTube передаст тебе это или нет, но это что-то с чем-то. О, постоянно кажется, что кто-то есть возле меня, да? Что кто-то ходит. Слушай, это красота. Это офигенно просто, я не знаю. Ты видишь эту рябь мелкую, вот эту вот, вот как ветер гоняет, знаешь ее?
это офигеть. Так, нам бы игрока какого-нибудь встретить, да? И пистолет есть, патрики есть. Я, конечно, подсиживать никого не хочу и не люблю подсиживать это дело. Мы пойдем дальше смотреть локацию, дальше смотреть обновление, все это. Слушай, ну это просто красиво. Это просто... Это очень красиво. Вот волны, все. Конечно, анимации в игре так себе. Опа, появилась. Но это с целью, значит, с экономии, да? Экономии ресурсов. То есть что-то прорисовывается, что-то не прорисовывается. Но все равно... Так, там ветрячки... Что там есть? У нас горы, да? Вот здесь и вот здесь что-то есть, да? А вот здесь еще что-то есть. Ну ладно, идем. Идем в новые локации. Слушай, давай на берегу сразу, да, наверное. Опа, вода как, да? Оп! Сразу, чтоб смыло, как говорится, наши темные дела. Ой-ой-ой! Трудно лезет так. После бункера, да? Опа, ружье пропало. Оп, появилось. Оп, пропало. Но такие косяки, в принципе, нормально. Для этой игры, для выживания, слушай, с такой графикой, в принципе, это отлично. Это отлично. Это бомбезно. Так, на ветряках мы были, да, город опять какие-то камни, значит, заборы. Ох, нифига себе, там мост еще, да. Вот так вот, там еще один мост, значит, да. Так, зомбаков, кстати, утром я вообще не вижу здесь. Но, по крайней мере, вот на новой локации, да, вот мы на этом сервере играли, помните, если на старом, ой, в воду не ходи, не мочи обувь. Так, у нас все, маска 95%, шлем 80%, вот и мостик. Его могут подсиживать. Зомби было куча на этом сервере, то есть это был хардкор такой. Прям куда там. Я вечно умирал здесь. Воду эту пить нельзя, она соленая, видать. Судя по цвету, это морская. Это не речушка, не канализация в большом городе, где мы там, да, речушка. Где мы пили, набирали его в бутылки, гадили. Там же, в принципе, да, ходили по маленькому, по большому, грубо говоря, ссали и срали. Нет, это морская вода, ее пить нельзя, да. Когда событие будет. Вот, в игре есть события, значит, какие-то еще, да. Я хочу тоже поучаствовать на каком-то событии. Ребята общаются, чат я не выключал, в принципе, нафига его выключать. Все и так постоянно узнают, на каком я сервере, да. То оружие украдут, то еще что-то. Ну зря, да, я зря тогда оружие положил, конечно, очень зря. Опа, смотри, блин. Вообще красиво, мне нравится, я не знаю, мне очень нравится. Очень атмосферно. Очень атмосферная. Графика вообще. Ну, бомба, новый движок. Оно и так поприятнее чувствуется. Так, по дороге я бежать не хочу. Пойду в гору. Опа. Опа. Зомбачок, да? Да. Возьмем топорик, пистолет мы не уронили, да, пистолет лежит у нас. Ну, на них патроны тратить, как бы это, блядь, сумасшествие просто. Это сумасшествие. Лучше вот, вот так сделать, да, разочек. Очень медленно топориком я, да, и опа, перебинтоваться, алоэ вера, значит. Вот этот ветер, он меня чем пугает, потому что так шелестит, как будто бы это не маяк там. Слушай. Это маяк? Это маяк. Судя по всему, здесь игроков должно быть много. Да, вот зомби, они просыпаются, смотрю, чуть-чуть попозже. То есть ночью они где-то спят, походу.
А рано утром их нету, значит, можно пробежать еще куда-то, что-то сделать. И вот ближе к 9, к 10 утра они что-то просыпаются и ходят здесь. Значит, ходят, да? Так, топорик уберем. Пятерочка у нас это пистолет. Надо запомнить. Надо запомнить. Да, кто-то недавно написал мне, кстати, блин. И хер мы туда пройдем, да? Ну, хоть так посмотрим, ладно. Я плавать не буду, однозначно. Последнее мое путешествие. Опа, кораблик. Кораблик. Неплохо. Неплохо. Вот так вот игрока можно увидеть, да? Вот от первого лица. Кстати, от первого лица мне просто не нравится, как он руками машет. Он, знаешь, бегает, как болван. Типа. Опа, рыба какая-то есть. Короче, рыбалка есть в игре, да? Не, красиво, красиво, так. Поэтому от третьего лица мне больше нравится. Но мы исследуем пока, да. Ну, конечно, если кого-то встретим, мы зададим ему жару с пистолета. Бронежилет у нас есть, шлем есть. Кстати, почему-то я ее не зарядил. Хантер, пуля 22-го калибра. А, нет, это мусор. Вот это классное, да, для дробовика. Но дробовика у меня нету. У меня почему-то такие пули, да, 7,62, 45 АЦП, 22-го калибра, мелкашная, да, нету, нету. Хотя винтовочка классная, я стрелял с ней. Я не знаю, может и стрельбу здесь сделали нормальную, как бы это будет вообще класс. Опа, пляж с косой какой, нифига себе. Какая коса, какой пляж. Офигеть, так, пошли повыше. Офигеть, я бы сейчас там позагорал бы. Ты позагорал бы на таком пляже, да? Где-нибудь в реальности, на море. Не, мы будем здесь кузнечиков жрать. Хотя еда у нас нормальная есть, но надо подпитывать себя. Она здесь быстро заканчивается. Ну, новая локация немножко пустынная. Я надеюсь, добавят сюда что-то, да? Хотя мы так бежим по краю, да? Но, возможно, здесь военка какая-то, что-то есть. Кроме пляжа красивого. Но вообще красиво, красиво. Трава, все красиво. Мнется под ногами. Графика на максимум. Тени я немного убрал, потому что когда много теней за деревьями, очень плохо видно. Когда очень плохо видно... Очень плохо видно. Тогда можно провтыкать игрока. Ладно, если зомби ты провтыкал, да? Ну, провтыкал и провтыкал зомби, как бы. Но если ты игрока провтыкаешь, это, скорее всего, будет хедшот тебе. Хотя от третьего лица его тоже провтыкать можно. Но от третьего лица съемка красивая. Тут надо чем-то жертвовать. Очень красивая. Я хочу посмотреть, что дальше здесь будет на этой локации. Мы, в принципе, как бы с середины начали локации, да, вот отсюда. Вот сюда мы не ходили. Вот здесь были, да, и сейчас вот здесь вот мы. Карту увеличить я не знаю, как, кстати. Если знаешь, напиши мне в комментариях, как карту вообще увеличить. Можно ее здесь, потому что, ну, не очень хорошо видно. Мне не нравится масштаб, я не могу посмотреть, где что есть, да. Так, ну атмосферно, атмосферно, но вряд ли мы здесь кого-то встретим. Хотя, может, где-то такой же чувак, как и я, здесь бегает, да? Поэтому по сторонам я поглядываю. Здесь есть любители такие, сидеть в кустах и ждать, короче. Но это не для меня, это не про меня. Сидеть в кустах и ждать. Опа, ветряк здесь. Пока кто-то когда-то пройдет, но этот тронуться может. Недавно кто-то написал мне, блин, а граунды серии будут еще? Ну, ребята, как только выйдет обновление, что-то поменяется, там, конечно, будут.
Backgrounded у меня лично на канале очень много серий, мы очень много выживали, там даже стрим был Backgrounded. В принципе, там мы все ключи собрали, да, все чипы собрали, все собрали, просто делать нечего там пока. Как только поменяется, мы обязательно придем. Ну и скам бросать не будем. И Вальхейм будет уже скоро. Последний босс. Как бы у нас. И Варзончик будет. Скоро. Я надеюсь, что-то новое. Так, тут что-то есть. Колючая проволока. Контейнер. Еще нет, это просто маяк. Каждый из маяков какой-то другой, да, немножко. Так, ну тут мусор только лежит, походу, да. Сюда я не залезу. А, и открыть, наверное, нельзя будет, да? Это просто для красоты сделано или как? Мне нравится, в туалете агава растет, да? Тут? Не агава это, алоэ вера. Опа! Опа! 29% убитый вообще. Я не знаю, перерабатывать их как-то можно? Так, дроп падает. Так, что тут? Очки, ну... Ну, такое. Такое. Пойдем вот по столбам этим, да? Так, огромные ветряки. Огромные ветряки. И пусто как бы, да? Какая-то пустая локация получается. Новое. Либо они не сумели добавить. Ну ладно, мы сейчас найдем что-то. Здесь есть большое что-то. Вот здесь есть большое. Здесь есть большое. Да, вот ну как увеличить карту? Здесь ничего походу нету. Да, вот здесь что-то есть. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Посмотрим. Что здесь есть? Мне бы машину какую-то раздобыть, да, чтобы не бегать так. Застройка, значит, каких-то пишут военных бункеров, блин, запрещена. Перезагрузите сервера. Что-то, а что, военные бункеры можно застраивать, да? Нифига себе. Это разработчики так сделали, что военные бункеры можно застраивать? И непонятно, значит. Попей водички, не знаю, может тебе легче станет. Я пока военный бункер тут один только видел. Реально один. Может мне жарко, я не знаю, в этом говне бегать. Так, ну здесь мало чего интересного будет, да, походу. Опа, мобильный телефон. А зачем мне мобильный телефон, металлические пластины? Тут, походу, еще никто не лутал, да, никто не бегал. Хотя, опа, пистолет. Везде М9 лежит. Спички есть, а у меня нет спичек разве? Я, по-моему, брал где-то, не? По-моему, ну ладно, пусть будут. Лупа, значит, и коробка со шпильками. Коробка со шпильками, у меня их 3 или 4 штуки. Значит, пистолеты здесь в большом количестве. Но убитые. Реально, хочешь хороший пистолет, иди в бункер. Нефиг здесь делать. Нам надо валить. Нам надо валить туда, ближе к Z1. Здесь, походу, кроме маяков, кроме ветряков этих, ничего интересного нету. Да, вон ветряк, вон ветряк. Ну, все, сваливаем отсюда. Хотя трактор, мы трактор обнаружили возле там ветряка одного, да? А у нас, я бы сейчас вернулся туда, взломал бы его, но отвертки кончились. Отвертки надо всегда брать. Но я, в принципе, всегда их и беру, только их нету.
меня была одна нормальная, одна покоцанная. Правда? Так, зато у нас есть пистоль. И винтовочка есть. Это очень хорошо. Пистоль и винтовочка. Так, погнали. Надо иногда воду пить, потому что... Так, ну тебе тут трудно забираться. Да, ничего, сейчас вниз пойдем. Дело пойдет намного быстрее. Пойдем, наверное, тут новая военная база есть внизу. Вот, Z1, вот там вот, да, такой заливчик. Там либо город большой, новый, либо военка. Ну, одно из двух. Я думаю, с горы мы сейчас туда, да? Машина чья-то. Да ладно. Сесть могу? Блин, и топливо есть. Нету батареи. А я зарядить не могу. А, вообще аккумулятора нету, что ли? Да, ну блин, аккумулятор я не найду сейчас. Я же не стартану правильно без аккумулятора на ней. Да я вообще ездить не умею. Толкача типа. А? Толкача не заведется, да? Да, не заведется. Аккумулятора нету. Блин. Вот меня расстроили этим. У меня есть батареи, типа, я не знаю, может, можно подзарядить аккумулятор, но там вообще аккумулятора нет, походу. Он просто отсутствует. Так, мы правильно бежим? Ну, в принципе, да, вот там вот Z1 сектор. И нам туда, с горочки, я думаю, пойдет веселее бежать туда. Блин, машину найти, да, такую, еще пикапчик такой, такие американцы любят, блин. И чтобы не было, короче, чтобы не было аккумулятора, но это издевательство, конечно. Сейчас бы ремонтный набор для машины, да, и аккумулятор, и канистру бензина еще. Я бы все притащил сюда на горбу, да, и закрыл бы ее еще. Ну ничего, мы сейчас машину найдем еще какую-то, да. Трактор нашли вообще в идеале, только открыть не смогли, он закрыт был. Он то либо игрок оставил, либо-либо, значит. Так, ну тут локация огромная, здесь надо добавлять что-то. Здесь прям строиться можно, да, на этих локациях. Только вот тягать, кто откуда что будет тягать здесь, я не знаю. Локации огромные, здесь просто огромные. Огромнейшие. Но мы сейчас придем в новый город. Обязательно. Сейчас отдохни. Ой-ой-ой. Походу тут зомбятина рядом. Я его слышу. Да, я тебя слышу. Ну и пошел ты нафиг, ты нам не нужен. Где-то внизу. Да, ну нафиг. На тебя еще силы тратить, энергию, здоровье, кстати, 100% у нас. Хорошо, то как. Да, сюда надо больше. Локация, короче, очень красивая она, да. В принципе, графика красивая, погода красивая. У нас утро ни одной тучки, да. Потому что, если ты смотрел прошлое видео, там тучи, дождь и гроза даже есть. И смена погоды постоянно происходит. Это очень красиво, мне это нравится. А что ты так вот опять как-то бежишь медленно, а? Так. Ну, у него как будто бы три скорости в беге. А, медленно идет, но это стандартно, да. Бежит, полубежит, полуидет. Рельсы, нифига себе. Куда ведете вы?
Ага, они ведут прямо в этот городишку, да? Мы пойдем наискосок. Интересный городишко будет, да? Или военная база с рельсами? Нормально. Мы выглядим как настоящий маньяк, значит. Мне кажется, маньяки даже так не выглядят, как мы. У нас вид свирепый, да? Желтая эта фигня, плащ, который видно за километр. Маска клоуна. Злого. Бронежилет военный, шлем. Все нормально. Все нормально. И топорик. Это нормально. Это в порядке вещей в скаме. Так, давай, дельтуй, газуй. Я хочу увидеть новую локацию Z1 вот там вот. Опа, нифига себе, кто кричит так сильно. Зомбаки проснулись, активировались, значит, всем доброе утро. Опа, подожди, подожди, кто-то застроился здесь уже, да? Смотри. Там кто-то застроился. Да, кто-то застроился. Слушай, открыто там или не открыто, интересно? Пытаемся не шуметь. Станем пистолет в руки. Может, никого нет дома? Кто-то построился здесь. Смотри, как быстро строятся люди, да? Только сервера открыли. Уже построился, значит. Интересно, где здесь вход? Нифига себе, ну какое-то здание страшное очень, если честно. Ну очень страшное. Мне надо отлить. Блять, вовремя, блять, чувак. Ага, вот вход здесь, да. Запер. А! Ёпта! Здесь мина была. Ёлки-палки. Чувак взорвал меня. Блин, да ты все трусишься, отлить хочешь. Отливай, чувак взорвал. Мы город не посмотрели. Лут потеряли и... И вот мы где аж, нифига себе. Мне бы вот здесь вот где-нибудь хоть. Я бы добежал бы, да? Блин, чувак мину поставил. Значит, к таким домам лучше не подходить, да? Позже. Позже. Я офигею просто. Просто офигею, это жестко. Так, и опять собирать все, что ли? Нифига себе, тапочки. Нет, не на... Вставай. Чувак поставил мину. А это толково придумано, конечно, да? Не, ну бежать сейчас я туда не буду. В принципе, можно сделать самоубийство, посмотреть, где... Это что, тоже кто-то живет? Нет, это просто разрушено все здесь. Сделал мину, да? Ну, можно взять как бы металлоискатель. И эти мины обезвредить, да. Но я этой фигней... Опа!
Нормально. О, дорожный рюкзак. Слушай, блин. Жизнь продолжается. Что здесь еще есть? Типончик есть, да, и скотч есть, да. Дорожный рюкзак, это нормально. Сейчас увидишь мой вид, офигеешь просто. Ха! Как тебе? Блин, чувак, да что с камерой такое-то? Короче, видок нормальный. Да, в принципе, ну, почти ничего и не потеряли, как бы. Нормальный видочек. Блин, он писать захотел, и у меня бомба эта сработала, мина. Так, пойдем на военную базу тогда. Пойдем, здесь ничего нету, но здесь рядом совсем есть нормальная военная база, кстати, на которую я очень хочу посмотреть. Нифига себе, нету ничего. Блин, да как ты поворачиваешься? Обычно на R. Оно нифига не поворачивается. Ладно, давай возьмем. А, ну это такое ружье себе, да, 89%. Но пусть будет. Я не могу повернуть, чтобы оно в этот. Куртка тренировочного костюма еще. Нормально. Слушай, здесь по луту все хорошо, кстати. На острове хуже намного. Намного хуже. Ну вот плохо только, что любители вот этих бомбочек пришли сюда, да? Это что такое? 89% дорожный рюкзак, да? 96%. Посмотреть. А в нем ничего нету, да? Ну ладно, бросим кому-то, может, будет здесь. Кто-то построился, да, бомбу поставил. Ну, козлы. Но это так нехорошо делать. Я ж просто посмотреть хотел, я не хотел взламывать там ничего. Не, хотя, если была бы отвертка, я бы, конечно, залез бы. Это чё греха таить, да? Я бы залез бы и взломал бы все, да? Так, морская соль. 7 специй, все возьмем. Вам-то нам не надо. Микроволновочки есть. Соевый соус. Слушай, я здесь что, куховарить буду, да? Поднять, так это наша фанта отображается просто. Так, все, ладно, побежали на военную базу. У нас для этого все есть. Здесь мне, в принципе, ничего не интересует. У нас здесь вообще рядом прям. Прям рядом, я тебя, наверное, отмотаю, да, так, но вот этот город Z1 мы пойдем, да, походу это какая-то пристань. Новая, обязательно пойдем, сейчас залутаемся здесь, только мне бы машинку, да. Слушай, он под горку стал медленно бежать. И я налегке вообще. Налегке. Так, а вот что мне надо, так это топор надо было сделать, блин. У меня тут топора нету. У меня нечем зомбятину бить там. Опа. Бункерочек. Какой-то бункерочек, правда, здесь, да? Здесь вот-вот-вот-вот мы уже на военной базе будем, а здесь бункерочек какой-то. Но обычно в этих бункерах, значит, оружие все отстой. Ну, если сказать говняное, то совсем не сказать ничего, да? Оно просто убитое все. Все грязное, ржавое. Еще с последним обновлением, с этим освещением, я боюсь, что я здесь ничего не увижу, но сейчас проверим. Короче, все резко начали застраиваться здесь. Но я, честно говоря, люблю больше путешествовать, да? 25-процентный, да, можно радоваться, конечно, но 25-процентный. Он мне не нужен, потому что он заклинит и вообще стрелять не будет. То есть, как я и говорил, в этих бункерах 27-27%. То есть, ну, дальше смотреть даже нечего, время тратить просто. Его можно ремонтировать, чистить, чинить, но зачем, когда есть вот рядом бункер?
Вот мы добежали, мы сейчас с горы спустимся и есть, блин, ты устал. Слушай, ну вот этот персонаж, конечно, то срать, то ссать, то полежать. Во! Ха-ха! Слушай, блин, это напоминает фильм «Очень страшное кино». Да? Так, кто-то кого-то убил уже на сервере, да, но... Чем скам хорош, что здесь так места много, да, что даже вот эти вот 60-80 игроков, которые здесь. Их очень трудно встретить на самом деле, да? Ну, это и хорошо, в принципе. Нам сейчас убивать нечем. Нам сейчас зомби убивать нечем даже. Горы, слушай, тучи, вот это по красоте. Так, это город какой-то, не понял, где военная база. Где военная база, мы куда бежим? А, ну все правильно, здесь город, а дальше военная база. Ага, вон антенны стоят, военная база. Значит, городок, так, это не ночь наступает, это просто солнце спряталось за тучами. Так, кстати, насчет бинтов. Возьмем перебинтоваться, да? То потом рвать на тряпки, короче. У нас ни тряпок, нифига нет. Бинты нам очень нужны. Особенно в том бункере, да? Но я бы еще какой-то топорик что-то обнашел бы. Потому что, ну, так лазить туда, да? Как-то опасно. Он пишет, да, играет первого лица, пишет, да. Красавец, где-то подсидел кого-то и убил. Играй, говорит, от первого лица. От первого лица играть не очень интересно лично мне. Чё-чё? 3G. Город 3G. Конечно, это плохо, что здесь будут пабгеры, да, такие сидуны, но от этого никуда не деться. До свидания. Так, мне надо чем-то убивать зомби, значит. Надо какой-то топор, надо что-то. Да, шляпа мне не надо. Здесь, значит, ничего не будет, да? Плитка шоколада, конечно, будет. Нифига себе. Шоколадный торт 57%. Съесть. 57%. Я думаю, сейчас мы обеззаражим вот этим шоколадный торт. 90% вот выпьем, это заберем сейчас. Вот, и мы будем готовы к бункеру на 99%. Нам останется зайти на кухню, найти нож. Я крафтить не хочу, оно такое. Скрафченное копье, все вот это. Самое классное это... Опа. Так, рубашку одели нормальную, да? В этой ничего нету. Поэтому мы ее положим здесь. Чтобы люди знали, что мы разделись. Они не очень дамажат зомби, особенно если зомби, как бы, да, в бронежилете или еще что-то. Самое классное это топор. Топор либо молоток. Да, мыло нам точно не надо. Так, ладно, пойдем мы, наверное, чувствую, на базу. Рубашка, опа, спортивная куртка, это лучше, чем куртка тренировочного. Ага, не, она сверху как-то одевается, оно все так по красоте прямо, да? Рубашка у нас, вот. Ну, это хуже чуть-чуть. Ну, ладно. Наденемся в топчик-горобчик, как говорится, да? Так, окей. Так, ну сейчас буду по-идиотски выглядеть, да? 99%, вот этот лучше просто. Это не очень. Вот под эту маску это то, что надо. Так, ладно, здесь оружие я не вижу. А его здесь и нету, наверное, да? Его здесь и нету. Это что такое? Вязаная шапка? Не, ну это извращение будет уже маска, вязаная шапка, да? Мыло и щипцы еще в руки, блин. Нам надо топор. Блин, еще третий этаж. Пишут там, короче, от первого лица удобнее. Ну, конечно, удобнее стрелять. Когда будет бой, я, в принципе, тоже на первое лицо переключусь. Че, я дурак?
Опа, спортивные штаны. Куртка Spitfire. О, а нет, это куртка тренировочного. Куртка Spitfire, а это спортивная куртка. Так, ну Spitfire лучше, мне кажется. Не, с лутом тут нормально. Мне бы только вот замки, блин, еще собирать надо, да? Мне бы, конечно, этот. Лимонад 53%. Морковный сок. По идее, все нормально. Ну, топор крафтить придется или как? Ну, а что делать? Нам на военную базу надо, потому что так пасмурно становится, да, в обед. Что сейчас либо дождь пойдет, либо фигня какая-то станет, а у меня нет топора, да? У меня дробовик есть. Плеер... А, подожди. Плеер картридж. Так, а, ну это надо порох, да, я так понял. Это что-то делать. С этими. Фигня как. Самодельные патроны, типа. Что это за флеер картридж, я не понял. Так, значит, здесь оружие вряд ли будет. О! Нифига себе, откуда это вы? Проснулись. Так, пошли на военную базу. Пошли вы нафиг. Зомби, бля. Слышь, проснулись, очухались, короче, да? Так, мы уже здесь были не раз на этой военной базе, поэтому пойдем сюда и вот. А, робота уже здесь нету, походу, да? А походу, да, мы сюда и убегали по этой тропинке когда-то с тобой, так, на моем видео одном, да, еще до обновления. Ну, военная, слушай, а вот там что-то может быть в этих антеннах? Кстати, я там ни разу не был. Давай пойдем посмотрим, пока мы наверху. Может, там есть что-то. Может, там есть что-то. Ой. Да, бегает по горам, он стал бегать. Это у него третья скорость появилась. По-моему, раньше он всегда бегал с одной скорости. А сейчас на гору он как бы и не взбирается, да? Ну, мало того, что устает постоянно. Да, видок, конечно. Видок тот еще, да? Я здесь маничела. Если я встречу игрока, я обязательно буду драться с ним. Ну, или стрелять. Это, конечно, если что-то будет у меня в руках. Да, какое-то оружие. Играть, если стреляться, надо обязательно от первого лица. Да, здесь что-то есть. Вышечки есть, да? Опа, это молния была. Офигеть. Да, здесь даже домики, что-то наверху есть. Пойдем в домик. Нифига себе антенны, слушай, красиво, красиво. Красиво, так, но здесь что-то такое техническое. Здесь как раз типа аккумулятор, что-то такое может быть. Опа, щипцы. Полоски металла, то есть это не сильно нужно мне сейчас. Я не знаю, как строится в этой игре или не строится вообще мне. Выживать по полной, либо путешествовать. Вот в чем вопрос. Опа. Это что у меня? Во. Я же говорил. Я говорил, да. Вот сейчас я этот. Уйду. Repair kit, короче. Но это все равно аккумулятор для него надо, да? Он подзаряжает. Это зарядка для аккумулятора. Грейпфруктовый сок. Вот он тут, где не надо, да? И идти туда, куда надо, это... Подожди, это что?
Не, кусок резины нам не надо точно. Мы рогатки ничего делать такого не будем. Так, а ну идем на вышку глянем. Может, там что-то есть. Опа! Сейчас глянем. Что у нас может здесь быть, значит? Я здесь первый раз вот на этих вышках. Хоть я на эту базу ходил уже неоднократно. Она классная, но один минус с освещением. Там темно будет, а на вышках я ни разу не был. Так, ну здесь тоже лут такой. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так, ножик. Ножик это хорошо, значит мы можем кого-то уже долбануть, да? Каких-то зомби в бункере. Они в бункере очень злые. Так, ладно, слазим, пойдем на другую вышку. Там ничего тоже нету, да? Естественно, нету. Так, аккуратно. Тут главное не промахнуться. Так, ты нож спрятал? Да. Место есть для ножа, поэтому спрятали его. Слушай, ну вообще... Ой, там тоже что-то есть, да, наверху? Сейчас заберемся. Так долго слазит, конечно, выживальщик наш. Но видок у нас зачетный такой. Я не знаю, если бы я увидел такого, конечно, я бы, наверное, не стал бы просто так сражаться. Хотя кто же знает, что у нас нет ни хера, кроме ножа, да? Мы все как идиоты взяли и потеряли. Точнее, ну я идиот, да, я. Я идиот, блин. Ой, я не знаю, зачем я взял ее. Опа, коробочка со шпильками. Ну все, нам в бункер надо, да? Не, с лопатой я, наверное, по... Объектив фотоаппарата, а нафига мне? Так, и тут замок лежит, я из этой лопаты нифига не вижу. Хотя ей зомби тоже можно, да, перерабатывать. Навесной замочек есть. Опа, коробка со шпильками есть. Радио есть. А возьмем, можно отвлекать внимание, включить его. Бросить, и все зомби будут там бегать. Почему? Это очень полезно в нашей профессии. Ой-ой-ой. Блин, где здесь спуск этот? Я постоянно забываю. Так, вот эти контейнеры, я не знаю, что здесь можно открыть или нет. Открываются ли они с какой-то стороны? Но это навряд ли, это, наверное, типа декор, да? Да, это типа декора что-то. А вот и бункеры здесь есть, да? Нифига себе. И зомби нету. С военным лутом, да. Перчаточки. Это что такое? Что это? А, это мешок на голове. Юп! Я такого не видел. Так, а маска наша где? Где? Вот маска наша. Так. Мешок на голову. Я не знаю, зачем его брать. Но можно над игроками, я не знаю. Хлеб даже есть. Как-то поэкспериментировать в этом плане, что ли? Я не знаю. Соевый соус, армейская рубашка, да? Так, армейская рубашка у нас есть. Так, у нас все отлично здесь. Молния в ангарах прямо бьет. О, металлическая бейсбольная бита. Так, сразу сюда ее. Во. Это зомби тоже любят очень сильно. Так, значит. Здесь, в принципе, все. А нет, вот здесь вот бывает. Опа. Опа. И уже какая-то касочка есть, да? Уже не так страшно. В принципе, ну и я не такой страшный стал. Так, все здесь, да? Нет, что-то есть. Порох. Вот порох как раз бы можно было бы... АС ВАУ 31%. Да елки-пал. Блин, ладно, возьму. Не супер, но надо будет починить, и вдруг патроны к нему найду. Еще что-то у меня автомата в этой игре, еще АС-вала точно не было. Блин. Вот такой нож. Это что он?
Это стабилизатор, либо граната какая-то. М9. М1911. Но все покоцанное что-то очень сильно. Очень сильно покоцанное. Я не знаю, что я буду с таким пистолетом. Куда я стрелять буду с 25... Опа, 22 калибр. Но это на прошлой серии для винтовочки очень надо было. Да, зеленое для дробаша. А, вот это нормально. Вот пойдет, да? Маслины. Это еда, да? Так, что-то у нас тут бардак такой уже, да? А, что ты не заряжаешь? Взять в руки, уронить. Так, взять в руки. О, барабан. Так, ну что, у нас есть чего стрелять? Есть чего стрелять. Да, медленно ты заряжаешь, да? Но у нас других патронов нету, поэтому возьмем вот эти херовенькие хотя бы, да? Для зомби они тоже сгодятся, кстати. Для зомби они сгодятся. Опа. Плеер нам не надо. Нам бы фонарик найти. Опа. Газмаск. Паста. Так, газмаск мы возьмем. Блин, она большая, да? Опа, в штаны поместится, да? Паста. Съесть можно. Это еда какая-то или это зубная паста? Ты зубную пасту кушаешь? Я не сильно понял. Если честно, что-то... Всем... Блин, вот-вот... Сейчас у меня место кончится, я еще в бункер не зашел даже. Как бы не зашел, а место сейчас закончится у меня здесь, чувствую. Так, давай съесть. Мы сейчас ее выкинем, потому что у меня места нету для пасты. Ой, так плохо, да? Так плохо, ладно. Я не знал, друг, что паста такая плохая. Мы выкинули ее, все. Не ешь гадость, блядь, на. Съешь алоэ веру. Опа! АК-74У. Так, что ты выбросил что-то? Так, АС-вал. АК-74У. И у нас где-то патрики были, насколько я помню, да? Были-были, блин, я подбирал. Или они остались там? 22-й... А, вот. 7,62. Ты 7,62? Нет, ты не 7,62, да? 36-процентный, да? И эта фигня тоже, да? 9 на 39 миллиметров, а это чем стреляет? Ну, обычно 7,62. Я так думаю, хотя я могу ошибаться, да? Так вот, значит, да? Так, ну, пожалуй, положим тебя здесь пока. Ну, куда мне в бункер идти с этим, да? У меня дробочанский есть. Есть бейсбольная бита, есть АС-вал. И газовая маска есть. Вот так вот. Ребята, время прошло уже незаметно, поэтому пиши мне, что думаешь про эту игру. Да, пойдем в этот бункер мы. Еще раз посмотрим. Но обязательно на следующей серии какими-то путями вернемся вот сюда вот. На Z1 посмотреть, что здесь вот у нас. Да, вот здесь вот причал красный, там где пути были. Поэтому не забывай про свой лайк. Твой лайк я всегда ценю. Всем пока. До скорого.